Дорогая наша доктор Рима, от всего нашего дружного чата мы хотим поздравить вас с днем рождения. Врач – это поистине одна из самых сложных и почитаемых профессий. Это человек без права на ошибку, готовый делиться своим временем, силами, мудростью. Для того, чтобы стать врачом, недостаточно знать свое дело. Человеку необходимо сочетать в себе ряд исключительных качеств, таких как смелость, решительность, твердость, интуиция, понимание, милосердие, доброта. И нет в мире большей ответственности, чем быть в ответе за чужую жизнь. Своим примером вы показываете нам, насколько сильно можно болеть за других людей, искренне и безустанно поддерживать их в минуты страха и отчаяния. На это способны только люди с широкой душой, такой, как ваша. Мы безгранично благодарны вам за то, что вы нашли свое призвание и оказались в центре БРДВИД. И несмотря на любые обстоятельства, в любую минуту вы готовы прийти к нам на помощь и направить все свои силы на спасение нашего здоровья и здоровья наших детей. Сегодня со всех уголков нашей огромной земли мы желаем вам бескрайнего счастья, крепкого здоровья, любви, вдохновения, неиссякаемого фонтана энергии и благополучия, успехов и тепла. Пусть все неудачи останутся в прошлом, а в будущем вас ждет радость и успех, улыбки и благодарность людей. Мы вас очень любим и приготовили для вас это видео-поздравление, чтобы сделать этот день немного теплее, светлее и счастливее от наших искренних пожеланий и улыбок. С днем рождения! Дорогая наша Рима, мы поздравляем вас с днем рождения! Ура!